сегодня, 14 сентября 2021 года, редакция Alternative Work совместно с инспектором труда Видеопольского Пскового совета, а также инспектором труда нашего Одесского областного управления труда, начинают рейды с разъяснительной работы. Пока с разъяснительной работы по нашим точкам торговым, предпринимательствам, цехам, заводам, с разъяснительной работой по поводу начисления заработных плат, а также официального оформления сотрудников на работу. В первый день совместного рейда мы посетили цех по производству колбасных изделий. А кто вы такие? Автотранспортное предприятие. Какой? Grain Export. Вы оформлены здесь? Да. А кем? Охранником. Охранником? А вы уверены, что Grain Export? Ну, не знаю. А какой адрес? Я не знаю адрес. Адрес оформлен. Бывший гараж. Угу. Кафе «Панда». Совет. Я не никого нет? Нет. А? Работаете еще, да? У нас по нашим полномочиям проводится, кроме проверок, индивидуально проводится информационно-разъяснительная работа. А также некоторые магазины по продаже колбасных изделий. Здравствуйте. Главное приятно забрать его доски у вас. И магазин по продаже автозапчастей. К вам подошла комиссия, видеопольская комиссия в составе инспектор праси, главного управления Держпраси в Одесской области, Селищная рада, инспектор праси. Це не перевірка, це у нас формат такий, роз'яснювальна робота. Ну что, на сегодняшний день короткий рейд завершился, Оксаночка, подытожь. Дуже вдячна всім, хто нас почув, хто нас з нами вів діалог і спілкування. Дуже розраховую на те, що в майбутньому буде у нас плодотворні спілкування, і ми знов до вас завітаємо. Дякую. Ну, я хочу добавить одно, что цель нашего сегодняшнего рейда была к тому, что легализация труда. И мы надеемся, что наши предприниматели все отнесутся к этому с пониманием и будут легализовывать труд для того, чтобы повышать сборы в наш бюджет. И наш бюджет будет позволять развивать нашу громаду. Роман Башнидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива Ворк.